Компания «Максспорт». На сегодняшний день это пошив футболок, изготовление корпоративной одежды, нанесение логотипов на одежду. Компания производит рекламный трикотаж и швейные изделия для корпоративных клиентов. С чего же все начинается? Конечно, с работы дизайнера. В самом начале придумывается рисунок, который может сочетаться с логотипом вашей компании, после чего он переводится в цифровой вид. Далее в работу вступает швейный цех, и легким движением из обыкновенных мотков ткани по заранее изготовленным лекалам начинается изготовление отдельных элементов будущего изделия. Дальше уже дело техники. В производственном цехе идет пошив изделия умелыми специалистами в области шитья. Все готовые вещи тщательно отглаживаются и уже вскоре встретятся со своим конечным потребителем. Хочется отметить, что все предлагаемые изделия создаются на заказ, от разработки лекал и пошива до нанесения логотипов. Для всех наших клиентов, заказывающих пошив корпоративной одежды, производство футболок или делающих просто нанесение на футболке какой-либо символики, компания «Максспорт» может предложить создание логотипов и любых дизайнов.